Красные Читаи преобразятся ко Дню Республики. Там реконструируется Площадь Победы и пешеходная аллея. Успеют ли подрядчики сдать объекты в срок, выясняла по поручению в РИО главы Республики рабочая группа. Уже завершены земляные и инженерные работы. Сейчас строители укладывают брусчатку и устанавливают современный сухой фонтан. Фонтан будет в виде кольца с изображением двух птиц. Будет подсветка, музыки не будет. Кроме того, здесь появится скейт-парк, турники, тренажеры и качели. По периметру парка проведут освещение, обновится и прилегающая к нему пешеходная аллея. Я очень сильно рассчитываю, это будет любимым местом для жителей района, отдыха. Не только для жителей района, но и для наших гостей. Сроки нас поджимают, но, думаю, мы поставим задачи, справимся. Пока выполнено 60% из запланированного. На благоустройство общественных территорий из бюджета республики выделено более 25 миллионов рублей. Думаю, что подрядчик увеличит и количество людей на объекте достаточно в разы для того, чтобы нарастить темпы. Ну и плюс администрация с точки зрения благоустройства по содержанию территории, да, Иван Николаевич, дополнительно усилится, чтобы одновременно к Дню Республики центр преобразился. Ни о каких праздничных мероприятиях здесь, в Красных Читаях, речи не идет. Речь идет об открытии паркового пространства 24 числа, о награждении, опять же, с соблюдением всех правил и норм безопасности уважаемых людей Красночитайского района. Так что большинство праздничных событий перенесены на август. Промежуточный контроль же на объекте пройдет еще через неделю. Основной объем работ до этого времени должен быть сделан. Рифат Фаткуллин, Николай Скворцов, Республика.